Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале «Сказочная деревня» и меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал. А сегодняшний видеоролик будет большой-большой привет для всех зрителей из нашего лета. Лето 2019 года выдалось не очень хорошим, но георгины наши все равно меня радуют, цветут и ведут себя просто замечательно. И сегодня я хочу показать вам обзор на один из очень хороших сортов. Друзья мои, сегодня сорт, который называется «Эдинбург». Оригинальный георгин, такой вышечка набитая, двухцветный, сиреневый и белые кончики имеют красивый цветок, прекрасная расцветка. Высота куста заявленная примерно 1,20 м, в этом году он у меня вырос пониже. Размер цветов в этом году у меня примерно 12-13 сантиметров, не больше. Как он выглядит на картинке, посмотрите сейчас. А сейчас вы видите то, что действительно на самом деле из него вырастает. Когда цветок отцветает, открывает желтую серединку, поэтому цветки, которые завершают свое цветение, нужно, конечно, обрывать. Имеет достаточно много пасынков. Если вы хотите, чтобы цветок был крупнее, просто удаляйте все вот эти боковые пасынки. Мне бы хотелось, чтобы здесь было побольше цветов. В принципе, неважно, какого они размера. Также этот сорт может использоваться на срезку, поскольку имеет достаточно высокий цветонос. Посмотрите, какой длинный. Может использоваться на срезку для букетов. Зацвел он у меня примерно в конце июля. То есть только сейчас он начинает свое цветение. Сейчас начало августа. Только сейчас начинает свое цветение такое. Набирает его, набирает бутоны. И вот это всего первые три цветка. То есть сорт такой достаточно средний. Достаточно долго он собирается. Но своей красотой все равно он этого заслуживает. Стоит немножко подождать. Для того, чтобы полюбоваться этой замечательной прелестью. Куст компактный, но из-за того, что вот эти высокие цветоносы, ну, в принципе, он как и срезочный, немножко смотрится, на мой вкус, неаккуратно. Если вы хотите такую красоту у себя на участке летом, то приобрести посадочный материал можно в нашем магазине, который называется «Вкусно ем» и находится ВКонтакте. Ссылка на него есть внизу в описании. Если вы живете в Москве, Подмосковье и ближайших городах, я могу привезти вам лично. Если живете в других городах, я могу отправить вам по почте. Заходите, смотрите, выбирайте, не стесняйтесь. Всем огромное спасибо за просмотр, всех люблю, целую и всем пока!